Вот мы находимся на Игримской свалке. Вдали видны ангары временного накопления мусора. Мы стоим на дороге, по которой должны, по идее, двигаться транспортное средство, перемещая этот мусор в ангары. Как видите, дорога завалена. Вся свалка также завалена. Мы стоим около экскаватора. Вот тут мы видим, что на какую глубину было частично выбран мусор. Потому что проходила акция создания вида, якобы этот мусор на самом деле вывозится. То есть вот он здесь пролежал целый год. Все так же осталось. Заходя на свалку, мы видим, что прямо у входа свалки мусор выбрасывается. То есть она осталась свалкой. То, что нам в прессе рассказывают про площадки временного накопления и все прочее, оно не работает. Мы видим, что ангары открыты. Все это бесхозное, никому это не надо. Построили, отрапортовали. То есть, серьезно, проблемой мусора никто не занимается. Только рапорты и замазывание глаз. Ну, в общем-то, чего удивляться, это называется «все как всегда».